как мы будем Аню. Аня, вставай, вставай, Джесси, вставай. Ну вставайте. Я сейчас покусаю. Ты чего кусаешься? Быстро. Защитница. Вставай, ну Аня, ну Аня. Ну. Я сейчас покусаю тебе одеяло. Че она не встает? Аня, Аня. Что защищает? Джесси, пусть встает. Аня, Аня, Аня. Любчик, что ты робишь? Зачем ты лишаешь? Запасы мои выходы. Ребенка, ребенка, зачем лишаешь сладостей? О! Вот так будет с каждым. Кто не буде слухаться? Какой злой папа. Это злой папа. С Турции пришло на секундочку. И все в мусор. Ага. Кстати, хорошие копилочки. Аня, можешь начинать в Корею собирать? Нет, я буду в отделе Корею. Вот такие надо конфеты есть. Мама, пробуй. Какие? Бельгийские. Ух ты, откуда это вода нас в Бельгии? Вчера вечеря была. Кто приволок? Кто приволок? С Бельгии. Янов, да? А, это Аня. Там, наверное, Днепр. Когда это закончится? Белый шоколад. Когда эта еда вся закончится? О, господи! Уже надоело тут есть. Просто пол ведра этих теперь. Были все конфеты и нет конфет. Все в желейках. Итак, все торжественный момент. Один торт, 18 свечей. Бодику. Бодику 18 лет. Шутка ли сказать? Мальчик повзрослел. С твоей стороны. Ты брата поздравил? Александр? Не до конца. Не до конца? Это его не дети теперь не пустят. Чего? Нема ПЦР-теста. Ну и буде это, гроші ці речі будуть. Нічого то лазить. Клас. Везде тебя пустят. Давай, загадуй своє желання. Давай. И задувай, одним дымом, задувай все свечи. И все со стола так. Иду, наверное, загорится. Не-не-не. Готов? Сейчас надо надумать. Давай. Надумай. Пока свечи сгорят. Давай. О, молодец, молодец. Все, с днем рождения, Бодя. Молодец, хорошо. Джесси, с днем рождения, опять есть. Хорошо задув. Седай там. Что ты? А пробовать торт? Посмотрели, и все. Так, что? Ты не на камеру. Ой, Бодя, да. Плов, огонь. Огонь. Ну, а все остальное, бери это так самое. Так я себе. Не, налаживай ты сам. Ты что, обалдел? Бери как. Почему ты не хвалишь на стол? Вчера ел. Бомба. Так, давайте, всех налито. Кто желает первый тост? Давай, бабушка, бабушка, говорите. Да я уже... я тебя не снимаю, Бодю снимаю. Снимай Бодю. Я ему вчера пожелала, еще раз пожелаю ему. Самое главное, идти по правильному пути, Богдан. Чтобы не сбиваться с правильного пути. А быть на хорошим человеком, вырасти хорошим человеком. Вот. Чтобы про тебе только хорошее казали. Чтобы ты профессию себе обрел, ту, что ты хочешь. Чим ти займаєшся, чим ти, на що ти учишся. Ну, щоб ти і далі так рос, і був таким, ніде, щоб у тебе не було ніяких погрешностей, щоб ти хорошим мальчиком вирос. Здоров'я тобі крепкого, понімання від ближніх, любви зі сторони ближніх. І улыбайся! Все найлучшого тобі. Щоб ти був щасливий, здоровий і багатий. Давай. С днем рождения. Все, Бодя, ты попал. 18 лет уже. Уже не дитина. Да, уже спрос будет с тебя. Спрос уже будет, да, то и что ты сам. Саша еще трошечки понаслаждается и туда же. Да, да. Во взрослую жизнь. Да, уже, да. Дорожка во взрослую жизнь. Бодя разведа, я скажу, надо, че не надо. Я потом подойду. Что вы такие все не хочу, не хочу? А что вы ели? Наверное, ели. А у нас был такой шикарный стол, просто надо было снимать. Ну, у вас же нету блогера в окружении. Да. Меня надо сюда. Значит, плавленый сырок, намазка, на хлеб. На сыр? Нет, это пикник.
вкусная колбаса варенка. Супер. Что еще? Стол студента. Как сыр косичка. О, вот это уже элитно. Кальмары. Ё-моё. Ну и что вот это нас не пригласить, а? Да когда ты стол стоял? У Яны. В лесу. В лесу, извините. А что ты в Яны? Ты когда до Яны пидемо? Потом пішли. Коли поїв. Ми до Яну поняли, коли ти їй позвонив. Угу. Можна було раніше поняти, коли я тут стояв, включив неї просто. А убирав хто сьогодні утром? Яна чи ви? Ну, як то сильно не нас віляш. Яна вбере. Сойдет, да? А ви вдвох були? Чи ще хтось був? Девушка. Арамис. Кто? Вот той белый? Портос? Белый, кажется. Тоже журавей. Вообще белый, был рыжий. Ну, вы же мне сделали замечание, что он не рыжий, а белый. Я уже кажу, белый. Журавей был? Угу. Хорошо. А что вы пили? Кушать ясно, что пили, что? Лимонад? История умалчивает. Лимонад. Бонбосон. Бонбосон пили. Валя, хватит снимать, туши очереди. Кто там? Слово. Давай я. Давай. Будя, тебе пожелали повзрослеть. Я тебе немножко еще сформулирую, что взрослеть – это не значит просто вырасти, это значит развиваться, то есть учиться, набираться ума, больше зарабатывать, больше достигать. Будя, и учиться да. – это не значит учиться, это можно вот в практике так, учиться. Так взрослеть надо, чтобы масштабироваться. Вот это взрослеть. Я до сих пор взрослею еще. Не, и собираюсь не взрослеть еще дальше. Вик живи, вик учись. Да. Такая пословица есть, да. А дальше? Так что? Дураком умрешь. А смысл? Нет, так уж уже это самое. С днем рождения. Развивайся. Создавай. Преувеличивай. Ну, чтобы все было у тебя классно. Так, как хочешь ты, Бодя. Так, как хочешь не так, как кто-то хочет, а так, как хочешь ты. Вот как захочешь, так у тебя и будет. Захочешь, у тебя ничего не будет, а захочешь, у тебя будет все. Поэтому да, все зависит от руках, тебя. Конечно. Чтоб... Еще добавлю тоже фразу из интернета, что когда есть мечта, можно поставить на нее цель, а когда ты достигнешь, это уже будет не мечта, а реализованная цель. Понимаешь? То есть, может, кто-то думает, что там мечта, это, ой, мечта, можно помечтать. Нет. Ставишь цели, достигаешь. Находишь пути этого достижения. Будя, у тебя такая вот, интересная это будет вот это впереди взросление. История. Да, вот жизнь это взросление. Когда достигаешь своих целей. И помни, что у тебя все двери открыты сейчас. Да, какую да, дверь спасибо. Откроешь, уже такую войдешь. Кредит на тебя взять. Не, боже, это вообще. Никаких кредитов, боже упаси. Вы что? Сейчас такие он балакали вчера. За ті кредити. Ні-ні, Боже упаси. Камера. Давайте а казати, він уже, йому вже 18 сповнилося вчора. Давайте казати на нього не Бодя, це дитське ім'я. Богдан. Він вже взрослий. А що до 18 мішало? Я все время пилилася і казала, давайте, хай буде Богдан, красиво. Бодя, Бодя, ну Бодя. А називай його хоч по імені отчеству, мам. Бодя, він ти уже... не проти, що ми тебе так називаємо? Він вже взрослий, значить, Богдан. Все, не на. Богдан? Да, Богдан. Богдан. Знімаєш? Да, знімаю. Богдан Валентинович. Да. Мы очень рады поздравить вас с вашим торжеством, с вашим совершеннолетием. Вам все тут пожелали таких страшных вещей, что детство закончилось, что все, ты попал уже, что то нельзя, то нельзя, то можно. Помни всегда, что ты, будь всегда, вернее, в душе ребенком, а снаружи взрослым. Не загоняй себя сильно в эту взрослую жизнь, ты еще успеешь. У тебя по факту еще все равно детство. Какие-то полгода ты будешь точно еще не воспринимать свои 18 лет. Здоровье, счастье, удачи, желание, стремление и с уверенностью, что все получится. Понял? И самое главное, выбирай себе окружение. Какое будет окружение, да, такое да, самое будешь главное, ты. Да, самое главное. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
щоб я сказала тобі, щоб прийшов по правильній дорожці, щоб з хорошими людьми водився, сумними, з багатими. От, от тоді буде нормальна життя. А якщо ти підеш на не по той дорожці, що треба, то... І не соглашайся ніколи на менше. Так. Да. То вже буде не те, що... Сильвестр Сталлоне. А, ясно. Це там... А мені що, за Арагорна сказати? Властелина коліна, руки, то я потім покажу. Да, то лично сам. Та що бабушка одна п'є, а ви нічого не п'єте? То ж ти багато балакаєш. Може бути. Може бути. Кого-то постигнуть невдачі, ну не тільки не сьогодні. Боня, я теж іноді буваю, вот это, лазю в їхніх інтернетах, смотрю там умні фрази, і не помню хто, ну якийсь там чи актер, чи известная личность, короче, сказал, что самый страшный враг успеха – это лень. Вот, правильно. А лень, ее не победить. Ее можно только перебороть интересом. Если у тебя будет к чему-то интерес, у тебя не будет лени. Вот найди то, что будет двигать тебя, заставлять тебя просыпаться, вставать, идти. Если знаешь, чего ты хочешь, иди и бери свое. Но будь готов, удары держи. А не плакаться и говорить, я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то. Как делают трусы, а ты не трус. Быть этого не можешь. А если падаешь, то вставай. Да, самое главное, если не тот слабый, кто упав не может, а то, чи сильный, а той, кто упав и имеет... Взлетели. Нет, да, силы подняться. Подняться и дальше идти. Вот самое главное. Да, самое главное. Так что, давай. С праздником. Будя, ты записывай. Ты вот сейчас придешь и все запиши. Все, что тебе нажелали. А то забудется. А еще есть видео, так что я сохраню тебе на память. И лет через 5 будешь проматывать и смотреть, что добился. Ну да. Доця, ты следующая. Толкай речь. Скажи что-нибудь на корейском. На корейском. Я с днем рождения на корейском. Санчуга ханда. О, чушь? Нет, я такое не буду желать. Санчуга хуа. Санчуга. Я не буду толкать. Семчуха. Семчуха. За ухом. Я не буду такие длинные тосты толкать. Я просто скажу, что ты взрослый мальчик. Денег побольше и с днем рождения. Все, що надо. Щастя, здоров'я. А це вже йому вже пожелали. Саме головне. Деньги і здоров'я, з днем рождения, да. Як, отут у нас дід жив, Жежик, і те саме. Зараз випів, скажу, здорово. Вкусна кислинка така. Такий старенький вже був, Жежик, і оці, за... Валя, не надо зараз знімати. Скрита зйомка. От, так він це саме, так він казав. Кого мені встріне оце? А він же такий старенький був, і так от з паличками ходить, і все виходить. А раніше ж того на пляжі був столик, лавочки були, там гуляли, в общем. А потім... Помниш столик? Ага. Ну і він тоді це саме. Я не знімаю, розказую, я був. І він тоді це саме. Оце виходить з паличками, кого б не зустрічав? І всім каже, жить вам і не болеть. А Гриша колись під мухою, Царство йому небесне, каже, а ти, його слова, каже, ну, це саме, вдумайся, жить і не боліть, це самі головні слова. А не будеш боліть, не будуть деньги, буде робота, буде, ну, все на світі. А як чоловік заболіє, все, ніякі деньги не спасуть. Я в лабораторії робила, і це саме, і то, що, ну, приходили ж больні, там, аналізи здавали, там, все таке. І ой, деньги, а що деньги? А якщо таке здоров'я, що он, Горбачова жінка, навіть деньги не спасли, де він її не возив, по Германіям, по... і вмерла жінка. Тот самий. А? Тот самий. Хто тот самий? Горбачов. Ну тот самий, з п'ятном, так. Да. Вмерла в нього жінка. Розвалив союз. Так, да, що союз розвалив. Скотина. Ну коротше, коротше, це саме, коротше. Самое главное, это не деньги, а здоровье. А будет здоровье, а будут... я говорю всегда, будут деньги. Без здоровья все остальное теряет смысл. Да, да. Если... У него с женой это было до развала или после? Не, уже, как он развали, она потом умерла уже. Да, уже, когда он не был президентом, уже другие, кто там был, Ющенко, что там... Это КГБ. А вот, в смысле?
что наказали. А, вот, да, вот, да, наказали, наказали. Да, 18 лет уже не те. Давай активней. Дни рождения Боди, Богдана, дедушки Вовы, дедушка Вова с прошедшим вас. Сколько это вам с вас исполнилось? 67 год. Короче, столько этих событий. Да. Ох, и Саша песни нам крутит. Ты ведь так и будет дежуркеем. Да, мы еще танцевали. Дежурем, да. Ну, давайте. Давай, за праздник. Уже чокнулись. Два раза чокнулись. Саша же сказал, что... А, Саша, кофом цокаться нормально. Чаем. Кто чем? С праздником, Любчик.